Пас на вершину. Денишкин поехал меняться. Выскакивает следом Руслан Абросимов. Лукичев коньками шайбу подработал. Никулин может забить с этой точки. И опасно! И Степан Никулин все-таки оформляет дубль. Локо ведет 3-1 в этой встрече. Ну что, Никулин с этой точки очень любит забивать. Не первый раз он уже это делает. В том числе, кстати, и в большинстве. Так что на гол Гордина при игре 5-4 Локо своей шайбой в численном преимуществе отвечает. Ну и кому, как не Степану Никулину, огорчать вот этого молодого человека, Ярослава Аскарова. И вот теперь уже попытка от Степана Никулина. Вместе с Абросимовым, естественно, он на площадке. Никулин бросает. Сам Степан Никулин решает все в одиночку. И Локо забирает второй матч в этой серии. Браво, Степан Никулин. Браво, Локо. Вспомните, сколько меньшинства было у Ярославцев по ходу первого периода. Сколько было действительно возможностей у СКА, чтобы не просто забить, а действительно решить все гораздо раньше. Но в итоге Локо выстоял героическими усилиями и все решает точный бросок Степана Никулина. В очередной раз этот молодой человек доказывает, что он не просто так стал лучшим бомбардиром всей лиги в регулярном чемпионате. 3 минуты сыграли команды. Вот момент. Бросок очень мощный. И вы слышите по реакции, что шайба влетела в ворота. Поздравляют друг друга хоккеисты из Ярославля. Аскаров пропустил уже 3-ю шайбу. И вновь в большинстве. Но и в большинстве, то есть, видимо, очень хорошо вот этот компонент поставлен у хоккеистов из Ярославля. Так, остается шайба в зоне Ирбиса. Никулин направо перевел шайбу. Бросок оттуда издалека. Рикошет Никулин. Ну вот и Никулин. Вот и Никулин. Все-таки сказал сегодня свое слово. 7-я шайба для Степана уже в этом розыгрыше плей-офф. Ну что, более важно прямо здесь сейчас. 3-1. Снова Локо отрывается на 2 шайбы. Но тут вот элемент везения, да, еще на стороне Ярославцев. Смотрите, бросок к воротам. Хотя, может быть, и не элемент везения. Мне так показалось, какой-то рикошет сначала был. А вот тут так от Ахтямова шайба отскочила.